Потому что время Это быстренько. челик еще релит, если что, так что можно немножко поэксплуатировать, но Хорошо, не сильно. попиздим с ним насчет этого. ГУ МВД. Самое главное, сейчас у нас людей побольше станет. Все планы, которые я мечтаю осуществить, мы сделаем, блядь, и будет нормальный РТ у нас. Три ульды, нахуй! А можете заметочку, пожалуйста, сделать? Ты можешь написать. 7 раз ульда, нахуй, в неделю. Больше ульдуаров. Каждый день ульда, нахуй. Прикиньте, имба вообще. Мне нужно больше ульдуаров. Да ну нахуй. Ульдуар — это моя жизнь, нахуй. Вы понимаете, что вы бы не убили РС-ку, если бы не было тех хилов, которые вы не собирали? Зачем меня сюда суманули? Я уже подбегал туда, далеко. А зачем ты нажал? Зачем ты принял, ну? А я думал, они там стоят далеко уже. Ну все, 3-5, да? Он, короче, 263-й прототоварчик и фуриварчик 259. Хорошо, хорошо, это самое. Все это посмотрим. Пождет это все. И, скорее всего, к нам еще один потом варчик присоединится в таком же этом левеле плюс-минус. Но я его еще не уломала, чтобы он сюда вернулся. Ломаю полностью. Но ДКшка уже здесь. Че, ломаю его полностью, тащи за ногу. Скажи ему, что ты хочешь, чтобы он сломался. Вот, требую доп-репе за людей. Нихуя себе. Хочу понаглеть. Мастер вторым будет танком, да? Посмотрим. Может и нет, там, хуй знает. Ну, у него ДПС побольше будет. Ну да. Ну ты вторым танком с Эвилашей считаешься. Я пока что в хиле, ну не знаю, если Гидроса танчить, может спекнуть. С Эвила не поменяюсь. Пошли пока добежим, до рыбы рыбу ебанем. Три не анрол, нахуй. Нихуя. Пон. Я вообще клык хотел, блядь, ну... Дринку, блядь. Да, робота танковать. Что-то лут сегодня не очень. Угу. Говно. Только не сагрите. Можешь сельку себе забрать, что ли? Я тебе заберу, блядь. Я заберу сельгу. Не надо, нахуй. Заебал. Я хапал. Надо, дядя, надо. Не надо, нахуй. Надо, ебаный в рот. Не забирай. Да, хватит. Ну, все, кроме вардаунта, кто умолять. Еще хочет? Да заебал, не забирай. О, сильно домой! Кстати, мне... в БТ 5 у ДЦ очень сильный ман садится. У меня вон шлак какой, посмотри, блять. Да, а ты не играешь, сынок, блин, а это в смысле, самое. Не играет. Сейчас ты... не будет. Нет, нет, вот заполнил, соберешься, тогда дам тебе сельгу погонять. Нихуя. Ебать, пон. Пон. Ебать. Уебался. По воде на рыбу? Войд да. Больше а я хуй знаю, да, так все. Лучше, если, ну давайте. Войд теперь мейн хэпал. Да я все уже не мейн ДЦ, так что все. Да мейн ДЦ, Войд, мейн хэпал. Да какая мейн ДЦ, у нас на ДЦшников хоть жопой жубли, плюс 5 так, человек. Так, я тут холиком тусуюсь, короче. Да хочу холиком я быть, у нас дойду. Тоже холик есть. Даже два. Придется. Ты же Войд слышал, что я сказал? Я пересяду сказал? На прота да, и буду платить. Спрашивать? Слышал, слышал. Отлично. Ну, то, что ты скоро уходишь. И чтобы мы я... да, через босса убили. 5 отойду, пока там этого рыбу убейте. Куда вы побежали? Налево бегите. Рыбу ну, есть, надо не убивать. А за что рыбу? Сначала убить, потом съесть. А на ручке уже, ну, как бы я нужен. Потому что если они упадут, блядь... Ну, если упадут. А я записывал в Т5, кто там нас лутовал. Т5. Короче, если падают ноги с рыбы, то я забираю ноги. Если падает серьга и падают ноги, то я забираю ноги. Но если падает... С Т5 серьгу войду. Я не знаю, что это там. Что же попросить такого? 1000 ЕП дополнительно. Так, серьги носят либо пираты, либо пидорасы. А корабля у вас нету, парни. Вот делайте вывод. А ты откуда знаешь? У меня тоже есть. Знаешь, какой корабль огромный? Это подходите сюда, рыбу ебанем. Больше даже, чем твой. Хотя а чё они там? Хотел. Пиздец. Ладно, курите 5 минут, короче, пока челики там добегут. У тебя новый фрегат? Ну, ты ж тогда еще удивился в прошлый раз. Я уж забыл. И серьга. Своим ходом лети, ревист. Настолько охуел, что ж забыл еще раз. Здесь все тринки стоят сотку? Да. И Влаша ломал тут. Кольца тоже. Да.
Кольца сотку? Мне казалось, кольца 40. Нет, сотку. Ау, понял. Там почитайте тему, ёбаный. Ну, кольца. Оверпрайс. Дело же ценники новые. А где хапал свитный там 8? Да где ему угодно. Где хочешь, там где ему угодно. На островке стой. Упрись в этой хуйне. Я гнили чилил, чтобы просто ману резать все время. Да и похуй. Но когда нужно, он сам тебя типа вытолкнет. Лук. Лук с рогом не побежит. Так, кто-то расставил бафы или что? А, ну да, кто-то видимо расставил. Ни каски, ни кулака, похую погнали. Я погоди, тут какую-то странную хуйню наставили, так ладно. Блять, вы вообще странные, блядь. Ты... Да, давайте нормально, блядь, разбафуемся. Давай, мне блядь. Каски все убираем. Каким составом, да. Поди, можно робота убить. Хотя нет, у нас не пришел. Что, ребят, шумануть надо. Да. Убирай каски. Бля, у меня фласка, у меня фласка 10 минут, типа. Нету некромантики. Не знаю, сколько я отходил, блядь, но уже 10 минут прошло. Так, кажется. Ты позовите меня. Хули позовем, сейчас пулять будем. Призом. Уже добежали бы давно. Маги, столик поставьте. Ай, больно ноге, блядь. Грызутся рыбы. Спасибо. Ока нету. Равис, ты в инсте? Блять, чего так долго? Надо в инст сначала прийти, потом ФКшить. Чего вы такие, блять? Mm-hmm. Тебе надо что-то с боссом, может, мы начнем бить тогда? Можете начинать. То, что мне надо, я не заберу, я это знаю. О, фласочку бы. Ну вот ты уже пришел. Я еще не в инсте, я еще лечу. Ловите рыбу, уебанем пока рыбу нахуй. Все мои были так, но это рыбы каждый ваш толк там от меня. Что есть, что нет. Ходи рыбы. Да не кидайте эту хуйню, чё, блядь. Кастовать так не получится. Что-то мне кажется... О. А чё, удочку отменили? Ну, чё за хуйня, блядь? Ну... Охуенно. Кто выловил? Вообще нахуй, блядь. Вроде Зози, блядь. Ну, обычно удочка. Сказали, ловите. Это гири ловится особой удочкой. Так сам объем его? Ну нет, смотри, нахуй. Просто так, блядь, рыба, блядь, вылезла, нахуй. Не, давай. Гиру дайте. А вы рыбу убиваете, не показываем. Мастер как сдох. Че вы, блядь? Продали. Беги! То, что нырять надо, вы в курсе, да? Нырнули нахуй. Хули вы стоите на досках, блядь. Ну если бегать умеете, право-лево тоже можно побегать еще. Хотя он быстро вроде крутится. Ну смотри, блядь, как. А, смотри-ка, что тут интересно. Это же по-новому сделали. Да? Ого, стражи бьют рассекающим. Нифига себе. Ой, наныли, пидорасы. Бейте трэш. Зози, Реса и Войда, Вадикон Хукмастера. На пульте. Под ебалом Сути. Стражи не стоять, они бьют рассекающим. Прием. Танк только один сейчас, а нет, блин, еще есть. Кто наныл-то эту хуйню? Все, похуй, забейте хуй уже, будете так бить. РДД, идите бить. Быстрее сводите эту хуйню. Почему вы в разных местах держите стражей? И под ебалом самое главное не станьте, они рассекающим бьют. РДД, идите на нее, придите. Кто-то, Закханыч. Короче, блядь, быстро мозг свой включайте. Закханыч, ты чё агришь, ну? Закханыч, иди тихо, блядь, иди череп, притяни сюда. Душительница эта стоит, расстреливает. Или кто, у кого там есть? Вылез, пидор. Притянул. Надо свести их как-то правильно, или что? Да, надо грамотно свести. Все, бьем.
чтобы они ебалом стали. Трэш, ты бейте быстрее душительницу, курву эту ебаную. Все, играем. Кто там меня хуярит? Душительницу быстрее добейте. Заклеивайте ее, блин. Ты ставь ее. А, она не водится. Посерьезнее играем сейчас. Вот водомет нырнули. После водомета будет также нырять босс и также будет трэш выходить. Друид он для тебя захилит. Ждем, как цель выберет. Эй, захилься. Как выберет цель Виланш, он будет нырять. Готовимся. Как цель выбирает танка, вот, выныривайте по местам. Стражи вышли, стражи быстрее, танки хватаем. Друид инвалида сейчас убьет, блять. Пиздец. Стражи хватаем. Страж подписан. Вот. И сводите их в одну точку. ДКшники, грипайте мобов. Только одна... Грипайте, давайте, мозг включайте. Еще раз дадите, откатится, еще раз грипанете сюда в кучу и фуловые. Под ебалом не стойте у стражей. Душительницу дальнюю грипаните еще. У кого есть без КД, блин? Я кажется... уже отдавал. Сука, вас 5 штук, нахуй. Я дальнюю грипал уже. Вот, спасибо. О. И под ебало не вставайте, осторожно там. Все, быстрее трэша есть. Нихуя сложного, просто посерьезнее надо играть. Убивайте ее быстрее. Босс сейчас вынырнет. Давайте Геру. Была уже. А, ну да, ладно, ждем тогда. Ебал по мне. Беги, малыш! Ныряем. Беги! Ну пиздец. Вадикон ресы. А. Я ресал. Я хуею. Ну стража заберите, блять. Танки. Ёбаный. На пульщики напуливать, приготавливайтесь на танка. Вон кто там, один на пульщик только, блядь. Ну, блядь, пиздец, чё нахуй. Чё за залупа, блядь? Ебать. Вы стоите под ебалом у стражи или что? Как вы дохнете, нахуй? Срывают просто. Ну да, они по рейду бегут. На пола мало. Надо в омут смотреть. Так они бьют одну цель, а срывают другую. Хукмастер, ну с хукмастера заберите, он ДД, блядь. Кто там танки? Этот, Виланш и Лингрен, смотрите. Пиздец, я в ахуе просто, блядь. Ой, ёбаный в рот, блядь. Позор ебаный, блядь, на этой рыбе еще пойдем сейчас нахуй. Пизду нахуй, да падайте нахуй сейчас. Отойди от босса, Виланша. Все отойдите от босса и пускай он шотает нас нахуй. Дайте боб. Иван. Быстрее, беги, отойдите. Малышка, беги. Рот ебал нахуй, блять. Срез давайте.
Некромантика, беги сюда. Сука, да вылезти с воды нахуй. Кто там, блядь, в воде сидит? Что делаете, блядь? Некромантика, ты тут, нет? Да-да, тут. Беги сюда, к нам. Бегу. Где ты, Вилан, шатанчишь? Встань, покажи. Так. Кто там? Ты успехница-то, блядь. Давай, Вилан, не в танка, нахуй. Шмот с собой. Так. Или что, или кого-то другого можно спикнуть. Прием. Вы тут, нет? Вообще хуею. Вилания тут, нет? Давай, хукмастер в танка. Значит, танки на трэше, Лингрен и Хукмастер, и наша на боссе. Выныривает босс, идешь в звезду. Вот стражи и Лингрен и Хукмастер подводим в кружок. Сами танки Лингрен и Хукмастер стоят в ромбике. Вот тут нельзя находиться, здесь бьет рассекающий. Грипают мобов, значит. Где там? На дальней хуне две там душительницы или одна, блядь? С дальней хуни вон стой. Понял, да, где один островок, Закханыч, ты грипаешь. Invisible и Консилятор вот с этих маленьких островков грипаете. Грипаете, ну, в сторону кружка, чтобы РТДшники могли дотки развешивать. От КДшек дальний островок, дерево это плавающее, видишь? Где не два, а где один, вон там далеко. Да, я понял, я оттуда и грипал. Да, но когда будешь бегать, в ромбике не пробегай, там стражи стоят в кружке, они бьют рассекающим. Это вы грипаете, значит, 3ДКшника. Остальное по КД там подгрипываете в кружок, чтобы тут ешь. Тут стоят стражи. Они лицом в ромбик повернуты. Все, с этим. Ставь шкаф. С этим разобрались. Давай шкаф. Вылезти, сука, с воды, блядь. Вы что, сука? Хуйней занимаетесь. Тогда лучше мне бежать будет по левому краю, да? Ну, по левой стороне. Похуй, как хочешь. Где тебя не убьет. Так, ставлю рыбу. И босс выныривает, сразу ЛПшка у него спам. Тыкай мышкой по этой хуйне и спам, чтобы он не убивал людей. Так, а чё тут пить-то нахуй? Нормально. Так, на готовность и это... и будем ловить рыбу. А у кого банку можно взять? Да похуй на банку уже. Ловите рыбу. Вот появился босс, смотрите, чтобы не шотнул никого. Убираем. Дерну трэш один? Ну, ладно уж, это нырнет. Это, на трэш смысла нет, на босса дадим. Надо было сейчас, нахуй. Ну ладно, подождем, когда вынырнет.
беги, малыш, нырнули. Беги. Все, выныриваем, выходит трэш. Давайте грипаем, подводим всю эту хуйню. Свой да заберите, вон страж идет на меня, походу идет. Угу. Надо Сержу резать. Я там. А сзади за тобой там нет никого, Слав, посмотри левее. Там бешенка. А видишь, эту хуйню быстрее. Душительницу еще грипп откатился у кого-то, есть? У меня 7 секунд. Ну вот откатится грипп у нее сюда поближе. Вылезет босс Геру дадим. Вот, отлично, уешьте эту хуйню. Вылезет босс, готовьтесь Геру давать. Угу. Готовим, сейчас вылезет. А, Тигер, ДПС. Заебал так далеко откидывать петуху. Ебущий пост, блядь. Беги, малышка, ныряем. Беги. Хильте себя, хилы, в первую очередь там. Даун. Ну и Ланя не сдохнет, блядь, не достаю до тебя. Не сдохни, сука, прожми что-то. Страш этот, блядь, висит. Все, собираем. Никуда попало, в сторону кружка грипп эти душительницы, они не кливают, они только стреляют. Дальний заберите, дальний. Ален, и чё там? Ален, блядь, рыбу бьём, нах. Пом. Чиль, блядь, сиди, стрим смотри. Какой стрим? Стрим? Пожилой стрим. Пожилого Войда, блядь. Шо там, три кадра? Пять. Кадров 20. Ого, нахуй. Жёстко. Я так... Прогресс. Я жёсткий. Как могила сдох, нахуй? Зози... Могилу. Зози, резь его. Быстренько, и фулбамф, и щиток сразу по нему. Где? Вот, быстренько щиток, сука, захилить его. Все, хуярим. Как он заебал отталкивать. Вообще петушина, блядь. Петушинный босс. Сука, мудак, аж через всю деревяшку, блядь. Как так встать-то, чтобы не откидывал? Воду встаешь, и оно пихивает тебе в деревяшку тогда. Первый раз. А, заебись, кайф. Да. Ты можешь в столбик упереться спиной. Ну, в натуре. Беги, малышка, мы ныряем. Факел. Fuck you. Пон. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Заебало, заебало, заебало. Террориста выкинуло. Ничего страшного. Что с гильдией происходит? Что за деградация? Говно, блять, заебало. Стражей, стражей, сука. Вы что, нахуй? Чуть не проебали. Еще страж идет из далека. Да не проебемте от вас, что там что-то. Отверните его, ебать. Да, я в ахуе, блять, как вы дохнете, нахуй? Эй, я, блять. Посмотрите, не дали смерти, по-любому страж рассекающий. Там блин один смотрел, страж. Так не вставайте, я ж показываю ромбик нахуй, что там будут ебало стражи. Быстрее уешьте эту хуйню. Этот, брютинули треса ее. Блять, сам, чтоб не сдох он. Бабам, да.
Пиздец, призом вставал куюзы. Призом. Пиздец. Я понял нахуй. Ну что за хуйня? Щиту тереет на фул. Пробивает он, блядь, людей нахуй. Быстрее вещи эту пидерсию всю. Они с этим боссом стены. Да уешьте трэш. А я его душу, блядь. Где этот факел? Ну-ка. А берса тут есть? В нем? Нет. Ну, на нем, по-моему. Так, давай, хилим нах. А чё, сейчас 10-минутную добавят, так будет весело, нахуй. Будет пиздец. Босс говна получился. Беги, малышка, реально. Беги! Сука, мразь, я вынырнуть не могу, алло. Пиздец, нахуй. Ну ты под деревяшкой там застрял? Я застрял вообще, блять, в очке в каком-то. Ёбаный в рот, друг инвалид, не сдохни. Дубовку отдавай. Надо что ли полтиннику прожать? Это, велики там, блять, это, поосторожнее смотрите. Не сдохните тоже. Мордаун, не могу тебя достать. Нет. Да я с тобой стою рядом, вот видишь. Друг инвалида не проебите. Душительницу. А, вон страж. А хули страж вон стоит еще? Он просто так стал, нахуй. Он череп поставил. Он вроде бы потом скребется. Я сколько смотрю, он приходит, уходит, приходит. Ладно, похуй, пускай чилит, нахуй. Ну, блять, что это за говно? Где вы стоите, нахуй? Почему вы дохнете-то, как мешки с картошкой, сука? Как по-другому сказать? Там Магина просто стоял, что-то умер. Я вообще в ахуе, блять, чилики просто умирают. Он стал. Может эти суки обстрел какой кастуют или что нахуй? Наверное, он наги стреляет. Так. Не достаю шелфира, блять. А, похуй. Что я нахуй? Кто меня хуярит, нахуй? Мы убьем это говно сегодня или нет, нахуй? Что там? Мне кажется, у него стало больше хп. Похуй вообще. 96 тысяч. Не стал. Просто он ныряет как пидор дохуя раз. И отталкивает, блять. Просто по КД. А нахуя они трэш-то там боссы добавили? Звездолёт. Нет. Сука. Я жизнь сахарной казалась. Не могу доставать до вас, пацаны. Тут душительницы под водой стоят и стреляют. Ясно нахуй? Уёбки, сука, трэш добавили, они мудаки ебаные. Дебилы, блядь. Мы такие это слабо сказали. Сука, кретины, нахуй. Эш добавили, обнову не добавили. Грипаните дальнюю душительницу. Я не видел Седжа просто, что тут происходит, блядь. Какой пиздец. Мать, бейте быстрее. Бейте быстрее эту хуйню. Ты там не чавкай, блядь. Заебал, отвлекаешь, нахуй. Не могу прохилить. Чавка? Чавкал только что. В смысле? Или ты чмокиваешь? Только что. Ты причмокивает, блядь. Кто-то чмокал, да, сейчас. А он все, он сюда поставил. Кого там? Это под столом кто-то сидит, признается. Да это у него, это у него. Слышал, сейчас было? Что? Ты чавкаешь, нахуй? Так я не ем ничего, ты тупица, что ли? Блядь, а кто чавкает? Я, что ли, блядь? Видимо, ты можешь звуки в голосах в голове. Голоса в голове. А это что, моб стоит, вот это вот? Что это, нахуй? А, мимо, нахуй, я понял. Пидорас. Пускай стоит, смотрит. Смотри, он пошел. Его триггерил. Дамажим, нахуй. Ауешим, ауешим. Держите, захотывайте его. Больше в босса даем. Типа, вот такую катавасию, нахуй. Где там еще факел, нахуй, блядь? Вот еще факел есть. Опа, нахуй, ну-ка давай, попробуй меня теперь откинуть, перезайду. Тварь. Я там дамаг проеду, иду.
Опять стражи вылезли. Че за хуйня? Задут эти стражи тоже. Потом выйдут, блядь, дохуя стражей будет, будет хуёво. Водомёт ныряем. Тут еще душительницы под водой, прикинь, стоят, расстреливают нас. Я вообще в ахуе, хукмастер, хильте, блядь, прожми что-то. Я до тебя не достаю, типа. Выныриваем. Сейчас пидоры вылезут. Заебало нахуй. Пидор это кто это придумал, нахуй? В натуре, нахуй. О, ебать, прохильте, пожалуйста. А где-то 4 баф. Ну-ка. Заебали, блядь, как вынырнуть отсюда, нахуй? Чё, ой, смотри, сейчас задохнёшься просто. Твари ебаные, нахуй. Хуйню сделали, нахуй. Я ж потерялся, нахуй. Сука, прикинь, на ютубе вот будут смотреть, блядь, подписчики, нахуй. Они там вообще охуеют. Нихуя, блядь, что это за додики, блядь? Да. Подписчик это подписчики. Кстати, люди находятся в гильдии по твоим видосам. Я понял. Ну, типа, на видосе... Фанат. Точнее, на ютубе видос видят, типа, и потом в игре мне пишут, говорят, я видосики смотрел, хочу к вам в гильдию. Так таким фриком, блядь. Сейчас выплывет босс, будем Геру давать. У меня БР есть. В смысле фриком? А я не знаю, по кому дать лучше. Давайте Геру. Фу, по боссу дайте. По кому дать, я хуй знает. Блять, хильте рейд, дайте какой-то сейф, я хуй знает. Я гимн дам сейчас, еще почешка гимн. Ебать. Вообще-то, это не Бионикл, так это весь параша. Это Бионикл. Какой-то Бионикл, блять, это помойка, блять, во дворе. Это Бионикл. Друг инвалид не сдох. Да знаешь, говно собачье. Говно собачье, жлоб, вонючий, дерьмо, сука, падла. Да не то говно, а ты это самое. Он заебал, блять, пенас. Гир откатилась. Мы вторую гиру дали. Да. Лол. Это что, звездочет, что ли? Ныряем, ныряем. Ныряем, ныряем. А не, да, 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 попозже немножко нырнуть. Да. Не понимаете. Ты вы свои прожимайте, пробуйте 2 ляма добить сейчас. Блядь, ждать еще трэшно. Собрался. Мудак, нахуй. Хилим, хилим, быстрее это. Смотрите, там душительниц дохуя в рейд стреляют. Видите, вон со всех сторон. Страж стоит. Страж стоит, съебался, нахуй. Он испугался нас, нахуй. Думаю, это фрики. Ну их нахуй, 20 минут. Я ебал, сделали, блядь, из легкого босса хуету какую-то сделали, блядь, дауны ебаные, сука. Еще и мобы, нахуй, кривые, блядь, не доходят, нахуй, под водой стоят, расстреливают нас. Вообще хуя. Пользуются преимуществом просто. Вообще хуя, как они под водой не задыхаются, нахуй? Так это ж нага. Да это ж рыба. Это же, ну это ж крась, обычный именно крась. Что? Ну а кто может это, блядь, еще? Сетка, блядь. Да. Босс выныривает, сейчас добиваем быстренько. Добивайте этого пидора. На Мэрогриме, блядь, столько трэша нет, мне кажется. Так они, по-моему, еще жирнее сделали, насколько я понял. Потому ура, что что-то пиздец долго бьется. Да ты ебал нахуй. Еще и трени нету, нахуй. И еще и ног нету. Врот about you. Так, что это? Крит хаст? Нормально ретрика, да? Или хуйня? Нет, нет, нет. А что ретрики носят? Покалы. Балагир, блядь. Хосты 90. Возьму потестить. Покалы типа из-за меткости. Ну да. Там статов дохуя. Ну да, сила, блять. Ну а пока лагер. И вроде собычки есть, а покала. Что сум будет? И не будет. Я же говорю, жрет сидит. Ну, давай хавай. Конечно, жрет, блядь. Теперь я начал хавать. Я так и до этого тоже хавал. Нет. До этого просто причмокивал. Ебать, кринж. Эй, тебе на чё это?
ни тебя там никуда. Мертвяныч, что ты вообще пытаешься шутить? Ну, смешно было. А то, что ты не умеешь смеяться над собой, это ж не моя проблема. Мастерство РП. Чё-то не видно. Где потом? Силовое. Нормальное кольцо так-то. Кольцо крутое. Чё, никому не надо, что ли? На ретрика заебись, получается. Да хули на ретрика там РП? Хуйня на ретрика. Чем РП бы это? Ну, мастерство нахуя. Ты какому-нибудь ФДКшнику. Я... Так никто не ролил. Просто паролу дай. Потестить, да? Как обычно. Ну, кому-нибудь, да, потестить. Потестить. Ну, потом раз... Да, сделай кнопку не паролу, а потестить. Сделай кнопку. Сейчас Станка упадет, дадите мне потестить. На хила. Ну, там вот, Void будет. Так, токен опять упадет. Руки дадите потестить? Оранжу себе наберите. Это же тут. Да, мне без разницы. Нормальный. О, он адекватный. Да. Этот нет. Смотрите, трэшик, не сагрите, блядь. Вот там вот пидорас выходит. Вот чё, да, вы так... Ну, уже идет. Прием, блядь, прием. Слава, блядь, Аллаху, нахуй. Чуть не может, в нем моронка лежит. Да что такое, блядь? Сейчас зеленая лужа будет. А, минус 10 человек сразу. Я понял. Он с приколом просто. Это чё? Киндер сюрприз, что ли? Не тот сюрприз, который я хотел видеть, конечно, ладно. Так, а чё у меня в ЗС-ке? А вот и прикол, собственно. Расскажите анекдот. Ты уже сегодня рассказывал смешные вещи. Да? Когда это было? Давай рассказывай, слушай, назад. Да, уже все. Большой идет аккуратно. Сейчас приду. Сказали, что уже не надо. Болезни, ой, расходимся. Ой, ладно, сейчас. Ой, Рэншу, берите. Морда, отвидите. Рейндж между собой наберите. 10 блядь. Метров. О, можно подальше стать. Некромантика, Седжа, Мордаунт, наберите рейндж. Блять, я упал в воду, сука. Еще ублюдок идет. Ублюдок, мать твою. Адикон, Некромантика, Хутмастер на стресс, наберите друг от друга рейндж. Уважаемые товарищи, пока, блядь. Мордаунт. На пульте босса. Ну, мобоя. Ща на пулю. Так, пропустите, блядь, похилить надо. Ну. Пропустите старика. Что ты делаешь, Ваня? Что ты не пиздишь никого? Я диспелю. Да какой ты диспелишь? Оно 2 секунды действует. Где-то мне 6 диспелов, блять, больше тебя на диспелил. Мой диспел сильнее твоего. Сейчас, блять, я подожди, нахуй, начнем, блять. Кто диспелит больше? Давай, 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 давай. Где нахуй? Все, все, блять. А он не хочет зажать больше. Пока. Он зажать не хочет, пидорел такой. Блять, кто ко мне подошел, нахуй? Ничего там, блять. Вы заразили деда. Не надо, блядь, я ковида боюсь, но... Меня съел деда. Опа. Я боюсь. Первый диспел. Что там, блядь, делаешь? Да, я это самое, на ключевой диспел. Ковидник, блядь. А, что-то, блядь, один накрутил всего-то. Накручиваешь ковид. Что деды не заражают. О, найс.
У него еще прикол есть. Фига. Ну, бичи вылезли. Вагоны. Че, болезнь исчезла? Да? А их когда убиваешь после них, ты тоже, да, прикол, по-моему, какой-то вылазит? Лужа, по идее. Да. Так, знаешь, как ребенка убиваешь, а после него лужа. Кого убиваешь? АО, блядь! Что ты мог нахуй? Блядь! Максимально. Пиздец! Ой, блядь. Пизда, нахуй. Вот, блядь, в полете умер. У меня не было других ассоциаций. 50 гп за хан, еще 5 сдох. В полете умер. Я кто-то с АВП убил. Ноускопом просто. Он через дверь просто бью. Снайпера ёбнули. У нас сейчас остался, давайте быстрее. Три босса еще были. Убьем. Завтра мы вообще-то Джайну идем бить. Какую Джайну? Ой, тебе до Джайна еще далеко. Да. Не пон. А завтра робота можно потрахать. Ой, потрогать. Пиздец, блин, мордаун ты спорчил. Убейте фрика, пожалуйста, нахуй. А я не виноват. Оно само. Что само? Рок. Ну, Comedy Club был просрочный, так что не виноват я. Чего? Ой, бля, вот после Comedy Club тут это вообще не надо сейчас ничего говорить. Когда Comedy Club вообще первый раз стали показывать? Да хуй вот. Да. На ТНТ. Да Мордаут родился. Году 2005. Когда, говорит, на ТНТ? Во время динозавров разве оно было? Году 2005, наверное, да. Я тогда уже, блядь, обоссал его нахуй. Был такой хуйню смотреть. Ой, ты смотри, воронки, если чё. А, я вообще не смотрю. Ну, если будут, скажут. Знаете только. Знак Элидана, нахуй. Забрал. Все, больше ничего нет. А, еще знак Элидана. Там еще копье есть. Копье. Хуй знает. Не вижу. Нет копье. О, ясно, нахуй, блудника, блядь, бич. Кидала, блядь. Понятно, вот так клык отдаешь, блядь, он левай. Так отдавай клык. Только на клык есть. А чё, блудники сегодня клык отдали? Он ливнул с гильдии, блядь. Какой так, а ему отдали или нет? Я просто не понял. Его вчера кикнули. Он на лане взорвал. Ой, на леге взорвал. Так как он решил кикнуть, если он сейчас с гильдии вышел сам? Кикка на смысле с рейда. С рейда его кинули. Кого кикнули еще раз? Ё-моё. Замену посадили. Один хуй он не играл, нахуй. Я его три месяца не видел, нахуй. Тут это знаки лежат. Исчез куда-то, нахуй. А про кого говорить? Влад Нига. А. Не знаю, что. Ты не знаешь.
Под рассекающим там стоите или что? Ну, типа. Сейчас приду. Чекай, кстати, руки на меня не упадут. Сегодня вообще чуть не везучий день. Ресните. Ждите. Блять. И дайте ему баф нахуй. Я вот каску ему дал, а вы никто ничего не дал, блять. По некромантике. И на раз заливайте. Весь с удиконом по хилам. Рдаун-то лить не надо. Ну, блядь, сдохнем тогда сейчас. Не сдохните вы ничего, нормально все будет. Ну ты хилишь-то из тема, да? Ну я могу без маны хилить, знал об этом. Сзади ушлёпок бежит. Кому рецепт этот отдать? Можешь под даунду залить, если надо. Ну, кажи мне, что у тебя есть? На майонет, на твине есть. Это великий идет. Гигантский. Великий. Великосельский. Болезни раньше набрали, блядь. Дайте хэпалу место, отойдите, блядь. Куда вы нахуй агрите, блядь? Слепой что ли или чё нахуй?
Рейндж, сука, друг от друга наберите. Хули вы я ники называть ваши? Шалфир, Равист. Равист, Шалфир, Эламаунт. Букмастер, Консилятор, Призен. Съебитесь друг от друга, встаньте по одному, блядь. Назад, блядь. Шалфир, Равист до сих пор. Призен, Консилятор, блядь. Уйдите от танка. Ой, сука. Сюда важно. Мелких. Две штуки. После их смерти появится. Это не сагрите, патруль там идет, маг, нахуй. Он нас пошотает всех. Отведи немножко к стенке, где мы мобов убили, к палаткам к этим. Патруль сейчас идет, он там маг. И они умрут, появится лужа. Мордаун-то нет у нас, мы подохнем нахуй. Отходим все назад. Моб там патрульный идет. Справа и ебанем. Бля, вот это хуёво, конечно, нахуй. Еще и сало остальное. Дайте мордаун-то резнуть, блядь. Ну чё бидон у нас от АФК? Он написал, что у него ребёнок проснулся. Чё у него? Ребёнок проснулся, пошёл укладывать. Вот сегодня... Сколько у нас там? 31 тело в ДИСе. Вот сегодня все, кто на РТ были, вообще красавчики, молодцы. Новые и старые, заебись, все с первого трайма убиваете, играть умеете, блять. Я прям рад. Премия будет. Премия? Ну только Дарвина. Какую премию вы хотите? Опять бесплатно. ЕП бесплатно? ЕП это такая... Неделя выходных. Ага, нихуя себе. Ну, ГП хорошая снять, идея. Можно снять чуть-чуть. Отмена ульды пишет. По воронке, конечно. Отмена ульды. Да нет. Премия... Да ульда норм. Ульду за 2 часа пронесете, я тогда вам такую премию, блядь, придумаю, вообще охуеете. Какую? Большую. Есть идея, короче, какую премию можно сделать, но она никому не понравится. Ну просто по вороночке. Мейн состав. А потом открывать. Вороночкой по лицу поводить. Так, знаешь, мягко. Потом тебе Т4 выпадет, Т5 нахуй, ты будешь чилить, сидеть. Вороночки зато раздаем. Вороночки, блядь, на Т5 выдаются. Я в ЭКП был бы даже рад, мне кажется. ГПшку немножко можно подснять. 5% это же пиздец мало. Кого ГП? Это нормально. 5 ГП, минус 5 ГП это норм. Если косарь... 5%. Если косарь это сколько? 50 ГП. Ну это хуйня. Ну типа тем, кто был в рейде. Если это вообще наглость нахуй.
ну, не все гильдии, естественно. Да, да. На Длинов тоже закинь, пожалуйста. Ну, типа 10, чё? Не, 5%, 5 уже. 7, там 6, не знаю. 8. 4-5 у Тронах. Ну, типа того. Я бы стрим смотрел. Короче, кто заходит 12:00 ночи, да? В МСК, тот получает бонус. Я готов даже не ложиться. И как бы и так с вами сижу. Да, до 5. Так каждый день уже эти, да, ложусь. Это МСК время. Ну, я понял. Я вообще охуел, как я хапалом стал, я вообще в ахуе просто. Я бы стрим посмотрел, как бы ты рейд 25 человек собрал бы в ЦЛК герой, просто с рандомами. Вообще из наших никого бы не было. Я посмотрел бы. Я бы не смотрел такое. Такое лучше не смотреть, нахуй. Ты хочешь, чтобы у нас единственный РЛ как бы в гильдии умер или что? Смотреть, что там будет. Там, блядь. Там расход будет. Смерть, война. Там просто похороны, блядь. Сердечный приступ у него случится. Ребро! Войт просто собирает чуваков, заходит в инст, он говорит «Ро» и уходит. Они дальше леди не уйдут. Нет, типа, дальше смотря какие люди. Люди разные бывают. Ну вот, да. Нормальная пачка. А прикинь, с пугами быстрее пройдет, чем с нами. Ну вот и доберешь. Невозможно. О, Войт. Основа для посоха. Пугов надо водить. Надо особый... Сильным составом мы очень быстро сносимся. Особый склад ума иметь, нахуй. Надо на это направить. Тогда на профе. Нахуй. У меня вчера далеко не мой состав был. Так, кто у нас чего танчит, значит? Ты тут хилила, Вилания, эту хуйню? Не помню. Да, хилил он. Помнишь, там у него что-то дух прыгал. На кого ты частицу кидал, блять? А я убью вообще моба, нахуй. Смотри, расчехляй экзорцизм, шоки расчехляй, правосудие расчехляй. Все расчехляй. Лужу расчехляй, вот что делай. Тут знаки лежат. 30 тысяч хп вроде. Меньше, что-то около 20-25 часов. Ставлю рыбу. Значит, по напулам. Седжу, когда заканчивается вихрь. Каждый раз на Эвилашу полиш. МВП Хант, когда заканчивается форма демона на Эвилашу полиш. Так. Сейчас форма деда. Мы тут от Виши бегаем, да, а Тим убиваем. Чего? Это Элмаунт. Демона призывного убиваешь, а от Виши бегаешь. А потом крутится. Короче, Элмаунт вытаскиваю на панельку себе чуму всю. И взрыв разума вытаскиваю полностью. Блин, где бидон? Короче, если появится на тебе дух, ты должен будешь его убить. Если нечем будет убить его, это ты будет печально. Да, ты пойдешь в МК, как на леди, нам придется тебя убить. Все, так что чехляет там всепожирающую, слово тьмы боль, слово тьмы смерть. Взрыв разума, там, не знаю, пытку. Флаский, да, слово? 29-25, что такое около того. Но он быстро бьется. Ты просто в него, знаешь, что делаешь, еще дам свет. Исповедь по КД заливай в этого, если вдруг тебе кинется демон. А надо фласки или что? Ну, нету, как бы, две давали, кончились. Значочки или дари надо покупать. Смотри, Магина, набираешь рейндж 8. Обязательно раньше 8. Дикон, у тебя есть маски там? Не, все раздал. Заливаем чероплетов. Эти что есть? По одной закидывайте. Выходит босс. На крутяшке. Вела скрутки. Вот на милика. Босс просто бегает между миликом, крутится. То есть как ты объясняешь это все? Магина. Что? Ну хочешь ты объясни, давай я помолчу. Так а нахуя? Ну просто, хорошо, чел сдохнет, просто, а свой поляжет на духе. У кого мили фласки еще раз? У Вилани. Просто бьешь босса и отбегаешь от него на вихре, и все, блядь, нихуй мозги один. Смотри, как бы поляжет, блядь, как на профиле будет весело. Масла нету, сами покупайте. СПД у Вадикона фласки. Вы обменки дайте. Гильдбанк поставите, могу дать. Только не всем, нахуй. С маслом как-то сами, блядь, закупайтесь. Оно есть, как бы, но это подстраховка. Ну и похуй, без масла и будешь разок. За СОКа покупайте знаки или дари. Когда они дешевые.
Их можно в шатрате обменять на фласки. Долго стоим, пиздец. Что там, кидают обмен еще? Или нет? Да вроде нет уже. Вроде кон тебе кидают? Нет, пару человек кинуло, все. Принимайте готовность. Я сказал, еще пару минут надо. А вела не один. Все готовы, кроме бидона. Давайте дают что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Геру дайте. Это она была на демона. Странная Гера. Ну ладно, пох. Минус 3. Призон вставал к Юзе. Зузи, Риса и Вилани. Пиздец. Друг... Маги, но из рейда выйди. Друид инвалид, ресы, рависта, ревист на стресс. Вадикон. Ну, быстрее на стресс рес и дамажим. Ну все, Магина, можешь идти дамажить уже. Видишь, он в дикона стрешмаляет хуйней. Надо тебе просто выйти до рейда, чтобы никого не зацепить. Демоны смотрим. Он на ком метки поставились на тех демонов. Дубовку, да? Или была уже? Ага, да. Фул бафы раздаем по людям, которые упали. Пока скидал. Блять, я хуею, ну чё это за хуйня? На полу мало. Ложимся. Давайте деваться в кого-нибудь, что ли. Встаньте рядом с боссом, чтобы он не бегал как даун нахуй, и пошотал вас быстрее уже. Может Траволту взять нахуй? Так два же ханта вроде было, нет? Нету ханта второго. Пасифея Траволта тут? Пасифея тут сидит. Да, тут. Так, а теперь вместо кого ее взять? Так, ну у нас на двух вихрях. Ты его уже, блядь. Ты же отхиливаешься. Ну надо кикать, кто снизу ДПСа и кто не заберет Т5. Бидон вернулся. А мы без бидона били? Да. Так, Магина убрал. Эй, побежал куда-куда. Пиздец, нахуй. Эй, не заходите в ебаный инст, нахуй. Сука. Братан, зачем ты снял бок? Отбеги, там сейчас могут появиться. Бля, человек еще полетел. Иди, да? Просто чувствуешь. Сейчас я всех масухой. Бля, он зафлексил, конечно. Чел просто.
Так, кого там еще убрать? На стресс не заберет. Траволта, давай плюсуй, где ты? У тебя 4 босса первых убитых, хоть я не помню, был же он, да? Давай. На убил. Понапуливаешь. Значит, на пул. Седжи, объясни ему, ФПМ там или как. Вот когда вихрь заканчивается, босс обнуляет свою агру полностью. Ты напулить должен на Явилашу. Прям... Так это я напуливаю. Вы вместе будете с ним сейчас напуливать. А два ханта будете напуливать тогда, когда босс из демона формы превращается в обычного. На Явилашу тоже. Ну тогда ничего объяснять не надо. Просто видишь, что босс крутится, нажимаешь ложный на него. Можешь чуть-чуть побить, если хп мало, отбегаешь. Когда он заканчивает крутиться, даешь на пулу вилаж. Так, Магина, на стресс почините пока. Новые люди, вот и освоение, ёпта. Что ты хочешь? А чё тебе на стресс тут надо? Токен, наверное. Токен он не заберет. Там вон сколько друидов престов, блядь. Поезд охуительный. Так, даю рыбу. Лапку, пожалуйста, можно баф. Ну, поиграть-то понятно, просто ДПС мало. Так, пока вас свечно. Не забудьте на замену плюсануть. У нас время полчаса, 35 минут остается. А где рарник вообще, нахуй? Рарник исчез просто куда-то. Ладно. Он испарился. Охуею вообще. Взял, ушел куда-то. Грамотно слинял. Испарился. Так, дает что-то. 3, 2, 1. Все смотри за агро, если что, притворяйся. Сейчас вихрь будем, готовимся. Он идет 10 секунд всего. Вот, когда вот он идет. Сокру дал. Самое главное, вихрь, кого задевает, он дотку вешает. Ее надо прохилить, эту дотку. Смотрите, кровотечение. Вот форма демона, даем Геру. Invisible. Равист. Все, пускай пуляет. От совы главное, отойдите, в кого зеленое говно летит. Только он должен дамаг дать. Демоны смотрим. Ломаунт, демона СВБ и Пасифея, Ардаунт, Инвизибл, Рианти. Спамьте за хил, этот. Давай дубовую. Ржал? Ревист. Блять, Ревист, дай по войду Индр. И Зози тоже дай по войду.
Готовимся, вихрь скоро будет. Три секунды вихрь, готовимся. Сейвы свои на вихрь давайте. Вадикон для сейвой, да? Блять, ты темп поставил, блядь. Иногда типа войду. Ловист. Дикон. Че он пошел, блин, че он ебанутый? Не знаю. Бесов вызывает. Своих бесов бьем. Теджин, ВП Хант, Призан. Кубмастер и Бидон. Бидон, убей беса своего, иначе хуево будет. Бидон, давай, ебашь там быстрее. Убил? Так, сейчас в обычного превратиться, готовьтесь. 5 секунд. Вихрь. На этот, не зыбкая себе ваша на этот вихрь. Блять, ну пиздец. В медведя превратись. Ну тебе салю провисту. Салю по нему быстрее кто там, на него разъебет сейчас. Не бей только ничего. Вот вихрь. Массакру дал. Быстро захиливаем рейд. Шаду дай на хп гейм. Так, 25 фаза. Демон. Вадикон. Отошли от него. Вилаш. Отойди только, ага. Все, фаза пошла, готовимся. Лингрен забирает демона. Демона никто не бьет, бьете только слепца. Дайте время на огонь. Вихри будут чаще, сейвы аносим в войс. То что дает? Скоро будет вихрь. Ну пиздец, я ебу, блядь. Есть бэр. Равист, реса и рянти. С первый сейф, Лингрен, есть у тебя на вихрь? Нет, отдавал. Так, у меня есть тоже секунд КД. У меня тоже КД. Фулл ДПС. 3 шп могут кинуться, по, там 2 шп по гимну скинуться, но... Вихрь, свои сейвы отдаем. Вам был отдал. На следующий вихрь он скоро будет. Готовьте все оставшиеся присты на хп читать. Только метров 20-30 стойте от босса, чтобы читать. Скоро вихрь, через 3 секунды будет. Лингра есть? Откатилась, нет? 13 секунд. Ну, по... ладно. Может еще будет вихрь. Пошел шутать. Следующий наш. Сталка есть призм? Зози ресы. Кого? Авиланию. Уже резнул. Ясно. Тогда призм на ресы. Дома сейф. Берса? Да, берса. Бабл, бабл, нажимайте кто-то. А, там два ляма. Ну уроги, дамаг 11 тысяч, пиздец хуёвый. Хуйня ебаная, блядь. Да Тора не куховает у нас.
У нас же шкаф есть. Так, Зузи. Это военная доказывает. Хуя. Дамага? Ну, ну, побольше дам, да. Чтобы... Ну, давай, заходи. Так, давай. Так. Сейчас иду. Кто там еще есть у нас? Кирсори вон. Кирсори, заходи вместо Зузи. 11 тысяч. Так, иди, Зузи, почиль. Побольше ДПС немножко. Потом нерфанут, будет попроще сюда ходить. Будем в вагоне, да? Портал вот там, дайте. И... А где Эридар есть, я не знаю. Шалфир, там в этот Рианти просится в пати с Эридаром, не знаю, где там у нас кто. Так я Эридар у нас на пати. Ну вот. Так, ставлю рыбу. Ласочку дадите. У Вилании были банки, блядь. Ты сколько её раздать? Бля, там две банки осталось. Скину, как обратно зайду на пало. Да, на следующий рейд доставь. Или на следующий. Давайте просто Геру дадим на 30%. Сколько? На 25, когда хвазано. Но у нас люди не попадают. У нас БР всего 3, сейчас остается 1 СС. Провису дайте СС. Скорее всего. ДПС с этого босса надо замерять, смотреть каждое это убийство, кто сколько дает. Да этот придурок крутится как ненормально, блин, еще туда. Да. Вот ДПС падает, потому что медики просто бегают всего этого. Так, я давал проверку, нет? Кулак, дайте еще. А три кулаков почему-то не дали. Два пала, все, я каски даю. Съебался. Ну, что, теперь без кулака? Да, все, без кулака, нахуй. Ладно, я на буду кричать. Мы тогда не убьем, аля. У нас фар есть. Крикните. Я на буду кричать. Кстати, бесполезная новость, номер, там, не знаю, мел какая-то. Демонов, которых убиваете, можно лутать. Заханыч тут? Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Возьми там на броню ауру. Даю сокру. Пиздец, нахуй, я хуею. И нету, да, ни у кого? Декон 50 секунд БР. Давайте Геру. Провист.
Дай ревиственный рок пока живой. Демонов убьем. Тут Дилар, Седжу, Shadow Knight, Хукмастера я. Вадикон резвишь этого и даешь ему мне. Пристал. На нахуй. Че, дубовки нету? Была дубовка. Рога, попробуй чаще напуливать. У тебя напулы, когда редкие. Чем быстрее. Дубовка была. Дайте сейф. Дал сейф. Это вряд ли поможет, конечно. Пиздец. Ёбаный в рот, нахуй. Чё, у вас ни зыбок, нихуя нету, что ли? Два маунт виннер залейте еще какой-то. Пусть тварь зает. Маунт еще один заю боссом. Там сейчас. Ну хули, одно тело, которое 20к дает, блядь, лежит, нахуй, это хуйня, нахуй. Нахуй мы тогда вообще сюда приходили, блядь. Эдон, если есть тотем на ману, ставь. Там сейчас. Демона убьем. Не зыбку там отдавай. Сейчас секунду еще. Вадикону сальву дайте. Поэй. Смотрите там. Сейчас вихрь будет. 3 секунды готовьтесь. Сокру дам. Отдал сокру. Все сильно по выйду. Фаза пошла, готовимся. Рви, стрессай быстрее, хукмастера. Чувствуешь, БР откатился. Быстрее, 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 быстрее. Вставай быстрее, фулбаф. Слепца бьем. Вихрь будет 5 секунд. Сейв я буду давать. Типа помимо сейва свои сейвы жмите там. Не зыбки, всю хуйню. После вихря дайте гиру патч. Так. Дал на начало вихря. Захиливаем. Shadow Knight на хп читаем. Нельзя, чтобы у нас люди лежали. Да сука, блядь, ДЦшник нахуй. Отбегай оттуда, ёбаный в рот. Друид инвалид реса его быстрее посчитают еще, блядь. Иначе хуёво будет вообще. Дим на ману шадунай, дай. Сейв. Любой кто-то. Не зыбку, всю хуйню быстрее отдавайте сейвы. Дим дал. Шалфир добавляй еще на хп следом. Ну, на следующий вихрь. Это вихрь отдашь свой, Дим. 12 секунд я сдам Лингрен. Угу. Ну на следующий вихрь. Ну видать, на нем берса, кстати, будут. Верьте быстрее, вот берса 5 секунд. Баблы 15. Готовьте. Баблы готовьте. 4 ляма хуярим. Элмаун гим дай на хп. Просто не в себя бьем. Бабл готовь паладины. Готовь Лингрен.
Одна секунда до берца. Кринж, нах. Кое-как, блять. 335 на выходе, нах. Где босс, я не вижу, отойдите, блять. Сколько у тебя на выходе? Талисман прикола. Ой, сколько у тебя сейчас суммарно был ДПС рейда? 335. Блять. У меня это проебалось 19 тысяч. Так, Рога, ДК, Мак, Лок. Здесь Седжу заберут. Так. Нет, не Рога, а Хант, ДК, Мак, Лок. Консилятор. Пацан проходку зелень сразу Т5 лутанул. Так. ГЦ Седжу. Седжу нахуй, анрол, блядь. Забираем себе напал. Так зря ты, кстати, консилятор зал тут, там в Т5 руки с этой, да? Да и похуй, ну типа пока он 4 Т5. Пока мы Вайшу не убьем с Келлем и робота, можно вообще просто вот так крутить, лететь. Так, цунами, что это, хасту дает? На ретрика нормально будет? На БМ. Вообще, типа, анхолики, БМ. Это вообще не БМ, нахуй, пускай секутся, нахуй. Все на ретрика забьют, нахуй. Да в смысле, блядь? Призм ты забираешь? Кибэ, блядь. Да, забираешь? Ему хаста нет. Я понял, блядь. Всё, я на паладина обратно захожу. А чё здесь заходить здесь осталось? Чё, мы, может, не пойдем тогда? Там хочет... Давайте не будем. Не пойдем тогда, давайте, два босса хватит. 20 минут, мы там пока... Зайду, чтобы, типа, да. Давай, заходим. Пока трэш зачистим, там, блядь, время кончится. Да, трэш да. Можно пока чистануть. Да не, нахуй трэш. Дал ассиста, приглашайте на замену. Маги, можно подпал, пожалуйста? Ну вообще заебись, что ли, чай ебанули на РС-ку с первого, блядь. Тут двух. По второго РС-ку. Наебали. Там трампилы же нет проходки, да? Замен не можешь получить? Нет, его... Проходки. Не, проходки нету. 4 босса там надо. Ты видел? 30 секунд. Нет, сейчас транкилу не брали, что. Ну нет, на проходке тоже. Завтра, короче, что у нас получается? 250 ДЦ. С чего лучше начать? С робота или ЗС-ку 4 босса добить? Давайте лучше ЗС. Нет, давайте ЗС-ку добьем лучше, а потом уже пойдем робота пить. Потом уже тратить, конечно. Ну, чтобы у нас это ЗС-ка нахуй вертели. Все. Соляр убить можно, или соляр убить, там золотой. Вот. Так, ну все, идем туда отдыхать. Консилятор Седжу. Ну что, продуктивненько.